Работа по восстановлению исторического центра началась с опозданием. Причина задержки – погода. Сегодня градоначальник Ильсур Медшин осмотрел здание и встретился с собственниками. Начали с бывшего кинотеатра «Спутник». Затем мэр посетил площадку утерянного некогда здания сибирских номеров. Здесь уже завершается строительство. Собственник планирует в ближайшее время приступить к отделке. В общей сложности по городу работы начались на 74 объектах. На очереди еще полсотни. На 59 объектах работы продолжаются. Сегодня мы на объезде посетили еще 7 объектов, 14 из них работы начаты буквально сегодня. Вообще в целом в апреле месяце мы ожидаем начала строительных работ более чем на 50 объектах.